Маме, так мы назвали нашу новую страдающую душу, у которой под лапами возле сердца еще 10 крошечных маленьких душ. И очень хочется верить, что мы с вами сможем им помочь. Но сначала, друзья, нам необходимо помочь маме. Мы не знаем, кто ранил ее, но глазик был разорван века, и срослось оно у нее внутрь. И теперь реснички ранят глаз. Маме необходима операция. Детки крошечные, им всего 3-я неделя. Но без этого она страдает. Обычная боль, как у любого из нас. Если вы чувствуете это, если вы знаете, что такое боль, я уверена, вы отзоветесь. У нее есть эрозия роговицы. Да, все, не дергайся. Дай сфоткать. Так, все. Смотри. Тихо, спокойно. Есть васкуляризация роговицы. Из-за того, что есть постоянное повреждение, сосуды прорастают и пытаются восстановить при помощи дополнительного кровоснабжения. Вот в этом углу глаза была травма, из-за чего завернула века внутрь. Там уже достаточно сильно большой. Переломанные лапы – это все равно, что переломанные руки или ноги у нас, у людей. Животные такое же беспомощное, как и мы, но нам кто-то родной может подать чашку воды и положить перед нами кусок хлеба. Животным в природе, тем, кого мы выбросили, приручив, и о ком сейчас забыли. Им помочь некому, кроме нас с вами. Юка – образец той жестокости, мимо которой мы проходим, не замечая. Ударили, оттолкнули, сбили, отвернулись и пошли. А они живые. Живые. Помните об этом, люди. Помните. И оставайтесь людьми, прошу вас.